Так, эракон. Погнали, смотри сюда. Вот ты появился здесь. Смотри, как твои действия, эракон. Сразу прям запоминай. Ты играешь на рейнджера, играешь против рейнджера. Смотри, он появляется. Вот когда ты появляешься вот здесь, где сейчас стоишь, он появляется на кваде. Понял, где квад? И наоборот, то же самое. То есть твои действия могут, у тебя рейнджер, ты против рейнджера, ты можешь сферу кинуть на мигу, забрать мигу, и сфера его еще накоцать, и у тебя при этом будет ракета. Либо просто побежать на ракету. То есть ты, смотри, ресаешься вот здесь, смотри, вот здесь, сразу на мигу сферу кидаешь и бежишь на ракету. Ты успеешь забрать ракету в руках и сферу кинуть. Если он на тебя побежит, ты его еще и пизданешь просто на будущее тебе. Оп, а ты сюда прыгнул, пока постоял 3 секунды, смотри, 4. И он отсюда убегает, видишь? А так бы за 2 секунды уже сфера бы прилетела, и у тебя в руках была ракета. Просто на будущее, если так еще будешь так разыгрывать. Накоцал, блядь, примерно там 50 армора сбрил. Здесь рокет-джамп на рейлган надо сделать. Ты ошибку сейчас допускаешь. Он мог тебя просто напасть и разъебать тебя. Оп. Ой, блин, попал рейлган, отходить сразу надо. Два попал. Ракету сразу переключать. Надо было на армор упасть. Ай, блядь, руки трясутся. Блок лицом, хорошо, заклинило нахуй. Влево-вправо нельзя было пойти. Мига. Сейчас шафтом надо ворваться на красный, ты успеешь. Чпоньк-чпоньк, он на красный. Побежал. Шафтом только, господи. Все, до конца. И сферу в него сразу и разъебал. Сразу в одну сторону. Идешь, чтобы сбривать. Сейчас рокет джамп на ролган. Все правильно пока делаешь. Хороший рокет джамп, блядь. Сразу видно, ты кулеры иногда стримы смотришь. Внизу армор забрал, шафт пополнил и на мигу. Он сверху. Просто можно разъебывать ракеты. И теперь шафтом. Надо дальше отходить. Вот, все правильно делаешь. Молодец, ёпты. Уже хоть что-то нахуй. И сейчас быстро надо пиздовать. Распрыжку мало. Распрыжка плохая у тебя, Эракор, надо больше. Сейчас релганом надо было подрелить. Куда ты спешишь впритык? 25 шафта. Релган. Хорошо, 3-1. Тебе там еще обзывают кто-то. Не русский какой-то. В личку пишет. Оп. Здесь попытаться подрелить. Либо на ракету уйти. На ракету. Все хорошо. И здесь просто встал и стоишь, слушаешь. То есть, либо он телепорт зайдет, просто блокируешь ракету, у него нет ракеты. Прицелиться, попасть. Оп-оп-оп. Все, встал. Отойди назад. Ну, вот смотри, вот это бред. Ты ему попал ралган. Ракету еще попал. Просто отойди назад. У него шафт. Блять, ну рекорд, ну нельзя такое писать. Ебаная Настя, ну что ж ты такой, блять, отбитыш? Оп. На, и просто отойти назад и все. На. Да, надо было уходить. Ой-ой-ой. Хорошо, три болта просто захуярил, блядь, на халяву. Оп, за шафтом сразу. Хорошо. Сейчас с шафтом надо ворваться и ебашить его. Сейчас сфера есть. Блин, ну что ты... Сейчас уже нельзя залетать, он тебя отхуярит ракетами. Оп, все, ты попал на 100, влетаешь опять на ракете. У тебя, смотри, 150 на 100. Влетаешь с ракеты, разъебуешь голову ему. Только не с шафтом, ошибка. Притык, видишь, ты впритык шафтом. Сейчас уходить надо. Хотя мог убить спокойно, если переключил бы на рокет. Просто как-нибудь один побегай по карте на будущее тебе, чтобы ты не врезался ни в какие углы. А лучше скачай себе диаботика, там есть распрыжка. Просто прыгаешь по прямой, по столбам, чтобы у тебя распрыжка была более-менее. Так у тебя, ты очень медленно передвигаешься по карте. То есть ты стрейф не нажимаешь, ты кнопку вперед клацаешь. Надо именно зажимать клавиши, а не просто одну кнопку нажал и все. А именно зажимать. Оп. Ну, что ты сделал? Ты мог спокойно стоял на арморе. Надо было забрать армор, а потом отпадать.
6 шафта. Вот что ты переключился. Ты не смотришь на пули. Ты переключился на шафта, у тебя там 6 патронов было. 4-3. Отходить назад, отходить назад на мигу. Вот что ты делаешь? Опять неправильные действия, он тебя отхуярит. Здесь повезло то, что он... Как его? Не с ракетой был. Так бы впритык расхуярил тебя. Просто с руганом пробегал. 5-3. Здесь подрейлит со второго моста. Ты услышал джампад. Он сейчас руки джамп на ралган. Ракета твоя. Оп-оп. Вот нет распрыжки. Просто в прямой хуячишь. Надо было забрать армор. Здесь попасть подрейлить. Попытаться хотя бы. Здесь на ракету надо уходить. У него нет ралгана. Вот куда, откуда ты идешь? У тебя сбреет сейчас нахуй ракетами. Оп. Я же тебе говорю, впритык просто подошел. К ракете сам. Хотя у тебя вот опять за счет ралгана было лучше. Здесь можно убивать. И уходишь на красную. Красная лежит. Быстрее, быстрее. Нет распрыжки, нет скорости. Здесь назад отойти и просто, блядь, машинкой стреляться. 5-4. Оп. Шафт гудит. Тут тебя подкрысил и разъебал тебя. Ты примерно знал то, что он на ракете, но ты все равно туда пошел. Вообще жесточайшая ошибка. Здесь теперь нужно пушки собрать. Хороший ралган. Не надо, блядь, за что ты делаешь-то? Ты впритык опять к ракете, смотри. У тебя один ралган в руках. Ты впритык к ракете идешь. Тебя хуярят. У меня мышь, а монитор бьется. Так, сделай так, чтобы не билось. Уходить, уходить просто, блядь. Внизу армор. Куда, блядь, что ты делаешь-то? Ебать его в рот, финт ушами, нахуй. Чё это было, блядь? 40 на 20 руки джам хуярят. Ебать. Пользоваться ралганом надо. Вот он на ралган идет, сейчас шафт сразу в руки, хуяк. Сейчас сферой. Ты топчешься на месте, просто смотри на будущее эти, смотри. Смотри, ты топчешься на месте. Либо влево стрейф зажимай, либо вправо. А ты смотри, ты на месте стоишь, видишь? И поэтому у тебя шафт как прилипает. Еще раз повтор, смотри. Ты просто топчешься на одном месте. Ты вроде услышал то, что я тебе сказал, кнопки влево-вправо, да, зажимай. А ты просто их АД вот так нажимаешь. АД, АД. А в стрейфа нету, то есть ты на месте, как рекрут, он в диаботик или также стрейфится. Моделька по прямой. И так ты же, о. И в тебя, смотри, как шафт сбривается. И все, пизда тебе. 6-5, дальше погнали. Здесь пушки нужно. Взять шафт сейчас надо. И просто стоять на этом, как его. На миге. Вот у тебя 100 на 100 уже можно было принимать бой. Ты увидел его еще на этом, на рокете. Сейчас залетаешь на джампад и машинку включаешь. Влево-вправо просто ходишь. Все, надо убегать с линии атаки, блядь, от ралгана. А ты на него идешь. То есть он мог тебя сейчас спокойно принимать. Более опытный игрок, он тебя будет принимать. Ты в узкий проход на ракету идешь, он тебя хуярит. Никогда так нельзя делать. Здесь просто повезло. Надо было ракетку взять. То есть ты прибежал на ракету и даже ее не взял. Вроде жму не до конца. Так надо зажимать. Вот на него сейчас надо, он пищит. Вот видишь, не хватает распрыжки догнать никак. Вообще. Сейчас на мигу. Вот впритык ты достаешь эту. Надо было достать ракету. В узкий проход только ты заходишь. Сразу же я же тебе объяснял. Здесь уже все, ты отдал позицию, уходить надо. Так нельзя никогда прыгать на будущее. То есть надо по нижнему этажу на красную уходить. Когда ты так будешь прыгать на джампад, тебя будут штрафовать. Когда ты летишь в воздухе на джампаде, в тебя же легче правильно попасть. Очень много ошибок, пиздец. Зачем? Что ты делаешь? Ты уже, блядь, не успеваешь из-за распрыжки, он тебя принимает. 6-5. Ебать, сколько тут косяков. Просто пизда. Ты бежишь, даже не слышая карту, вот он сверху тебя. Сейчас он мог просто послушать и разъебать тебя. Просто, ну, потому что играешь против лунтика. Надо было на лужу встать и просто ждать лечиться. Ты опять идешь на красный, блядь, не зная тайминга на него. Но у тебя есть сфера, чтобы съебаться. Оп, он тебя рели по ебальнику. Уходим. 6-5.
Тебе нужен второй армор, чтобы драться за мингу. Вот он забрал красный, ты понимаешь. Армор должен внизу на шахте лежать. Вон там. Ну, либо здесь просто дождаться. Все, уже не надо подставляться. И ты смотри, смотри. Вот даже сейчас, хоть он и не попал, но ты стреляешь с машинкой против рейлгана. Это же глупо, согласись. Ты все равно пытаешься. Надо дождаться второго армора. Оп, дожидаешься второго армора. Теперь тебе нужно верхний этаж занять. Мог кинуть сферу. Реально на месте. Ну, вот видишь, ты стоишь на месте. Здесь так ракету. Оп. Здесь шафт сразу, он у тебя будет наламливаться. Здесь рокет джамп можно было сделать, если разъебать ракеты. Вот, видишь, на месте стоишь. Просто на месте. Тебе кажется, что моделька двигается, но ты стоишь на месте. Все, уходить, мигу забирать, у тебя будет шанс. Борьба за лидерство. Кое-как затыркал, блядь. Руки уже там заклинило, походу. Сразу нужно пополнять армор. Пополняешь, он тебя прессит. Вот ты ему попал на 70, уже дальше можешь сражаться. Он сзади. Сверху. Плохо в звуках ориентируешься. Можно идти на красную. Он сейчас сферу будет кидать на тебя. Оп. Здесь убил. Кое-как, нахуй. Здесь релган. Рокет джамп наверх сразу. У тебя, смотри, преимущество по релгану. Вот в такой ситуации, когда у тебя там, например, 200 армора. Рокет джамп на рейнджере вообще почти не коцает. Ты делаешь рокет джамп, он резается примерно возле миги, и у тебя есть преимущество в виде релгана. То есть ты его будешь расстреливать, а ты вот так делаешь. Это хуйня полнейшая. Так бы ты на халяву сбил мигу. Он сейчас пойдет просто на мигу, перепрыгивает через столбы, и ты его даже не накажешь. Вот. И видишь, какая драка получается. А так бы ты его на халяву рейлил. Оп, заходит телепорт. И вот опять размена. Зачем ты это делаешь? У тебя нет шафта, нет ракет. Ничего, блядь. Вот все, все закончилось. И ты хуй пойми, куда ломишься опять. А он тебя будет сейчас принимать. Оп. Вот, зачем ты в узкий проход пошел, и он тебя сейчас запиздонит. Зачем это надо было? 20 секунд до конца. Господи, это пизда рулю вообще. 7-7 счет. Сейчас сферу на ракету надо пустить. Хотя вот ракетка. И потом назад на мигу быстро бежать. Оп. Залетает на джампаду. Здесь сферу на него, и можно убить. Хорошо. Хорошая, блядь, сфера, нахуй. Внезапная смерть, блядь. Вот что ты пытаешься триболтом? У тебя 150 армора. 150, это, хелсов. Вот смотри, если он сейчас будет на тебя нападет с шафтом, вот здесь он просто упадет на красный, он же тебя расхуярит, правильно? То есть он на средней дистанции тебя будет просто сжечь шафтом, и ты ничего не сделаешь. Сферы нету, близко подойти, пока ты подойдешь, он тебе сбреет уже половину, нахуй, а дальше просто сожгет. Вот что ты тут пытаешься пукнуть со своим триболтом, я вот не понимаю этого. И вот он себя раз ракетку сунул, и все, ты отдал позицию. Шафт, хуям было. Здесь надо было залетать на джампад. Отдал мигу, он тебя просто коцает. Тактика, блядь, раскосые глаза, нахуй. Машинка, супер машинка. У тебя есть прицел. Влево-вправо. Все углы собрал, нахуй. Он за тобой гонится. Оп, надо отходить. Сейчас руки джамп можно сделать. Еще на ролган руки джамп, блядь. Хотя он сзади. Он мог тебя просто шафтом сбрить, хуям, и все. В узком проходе включил релган, и он тебя начинает пиздонить. Хорошо, что он заблудился, тебе здесь повезло. 7-7 счет. Какие ошибки, это пизда рулю. Опять смотри, ты впритык релган достаешь. Но здесь повезло, потому что, блядь, он был на джампаде, и ты кое-как попал. Зато лыба давится, кое-как ручонками нахуй заклинил, но все равно попал. Ебать, сколько ошибок. Это пиздец. Пизда рулю.